Добрый день, девочки. Мы пошли гулять сегодня с Михалычем в розовый магазин и решили. По дороге я увидела красные шорты. Захотела красные шорты. Остановилась, померила, подошли. Классно получилось. Еще вот такую блузку к этим красным шортам девушка мне предлагает. Но мне деньги надо с карточки снимать. Такие вот блузочки. Они дорогие, кстати. Этот второй ряд мне очень нравится. Новый базарчик. Мы только-только его рассмотрели. Футболочки какие. Юля, не хочешь такую футболку? Дочь. Так, еще мне понравились. Сейчас, девочки, покажу. Вот, вот эти брюки. Резинки. И размеры мои есть. Кстати, такие эти с пояском. Хорошие очень. Ну, неплохой дельчик. Вот они, эти блузки. Полоску. Это напоминает мой костюм в том году, который у меня был. Хлопочек 100%. Конечно, здесь летнего моря. Море, вот они. Вот они. Полоска. Костюм у меня, который в полоску был. Михалыч, ты достал уже. Спасибо. Купить майку тебе такую, Михалыч? Да, где мне в ней еще? Все, пошли дальше. Нет, это... Детских отделов море. Смотрите. Обалденно. Какой костюмчик. Мальчик какой стоит в костюмчике. Вот этот базарчик. Я не видела. Я первый раз мы сюда пришли. Шли, 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 завернули. А здесь, смотрите, детских вещей. За Младосом, за Большим Младосом, за магазином в центре. Ой, какие платья. Алисочки, какие платья. Обалденные. До сих пор продают кожу, меха. Уже, ну, купи уже... мне куртку. Ну, купи мне кожаную. Россияне уже никто не покупают. Вон она теплая. Теплая. А у нас тепло. Распродажи 150 лет, 125 лет. Распродажа куртки. Куртка? Да. Шапки. Это пинжаки, по-моему. Здравствуйте. Реклама делаете нам? Да, рекламу делаем. Где рекламу? Это? А мы, знаете, да, мы пошли за Младостом и увидели, что здесь рынок, а мы и не знали. О, эй, да. Даже от Бургаса приезжают здесь, потому что здесь по большой выборе и тени получше. Видите, и цены нормальные. И пошли смотрим. А в Турции думаю, сейчас так подорожали все. Да. Здесь более-менее намного еще получше. Ну, молодцы. Конечно, в Несебор нет. В Несебор нам сказали, что один человек два раза подорогает цена. Убил а что-то. В Несебре там и все новые модели висят. Мы были там, смотрели, там прямо европейского качества висят. Новое, новое все. Ну, много, очень дорогие. Это вот скатерти у вас такие красивые? Да. Слушайте, я прям не могу. Сереж, я бы вот на стол такую скатерть взяла бы на кухне. Покупайте, это будет хороший вспомин вам. Это все хлопок. Смотрите, обалденно. Я просто не знаю. Может, дешевку? Какую? Дубленочку. Не, дубленки не надо мне. А вот скатерти бы я... Девочки, ну что, Михалыч попросил куртку. Я не просил. Нет, куртка, вот эта куртка стоит на наши деньги 10 тысяч. И к ней еще нам дают подарок кепку. Наверное, куртку ему куплю. Потому что, знаете, эти куртки мы меняем, как перчатки всякие, а это все-таки солидно. Хорошие куртки такие, но скидки. У них скидки, тут вот за 10 тысяч можно купить. А у нас в Снежной Королеве такая 30. 30 и не подойдешь. И не подойдешь. Тань, повернись. Нет, она можно и так, если для ушей. Нет, для ушей не надо. Сереж, повернись, она разносится. Одень хорошо. Натяни ее, там же резинка. Повернись, ну, так, я посмотрю. Девочки, вот это хорошо. Да, вот это хорошо. Вот это хорошо. Нормально. У тебя была такая? Да? Да, нормально вот это. С козырьком не очень. Мне очень понравилось, да. Очень. Повернись еще раз, Сережа. Покажись девочкам. Фотография на память.
девочка. Идем по базару. Везде распродажи начинаются. Все. Заканчивается сезон. Все по 5, по 10 лев. Вот когда надо все покупать. Сумок огромный выбор. Ремней, трусов, купальников. Боже мой. Виагру болгарскую предложили. Я посмеялась. Почему? Пойдешь сейчас купить? Нет, я засмеялась. Вот. Я и мальчишки засмеялись, что Виагра болгарская. Ну, везде так, знаете, однотипно. Футболки, рубашки, шорты. Все летнее. Летнее все. Полотенца, смотрите, какие. Рулончиками. Рулончиками. Сережа, смотрите, девочки, какие. Я таких у нас не видела. Видите, какие? Они по качеству совсем другие. Такой большой выбор обуви. И очень много здесь вот таких вот купаются. Вот в таких. Постановушки всякие. Народу много ходит. Мы пошли с Михалычем в розовый магазин. Где-то я его здесь видела. Розовый магазин. Так, нет, наверное, мы больше... Сережа, мы не будем ходить. Мы пойдем домой сейчас. Девочки, опять зашли в этот отдел. Вот такие я отмерила. Мне не нравится, что носы здесь загибаются. Нога как бы вверх идет. А мокасины вообще хорошие. Мокасинчики хорошие вот эти. Вот для Краснодара самый раз. Знаете, когда жарко, уже жарко, а еще хочется одеть. Видите? Вот. Именно вот с такими дырками. Вот такие, как у меня. Я ношу с удовольствием. Вот такие обалденные. Смотрите, сколько обуви, девочки. Все натуральная кожа. Но вообще, конечно, такое разнообразие. Вот в Болгарию ехать только из-за обуви. Уже по 50 лев. И уже снижение цены пошло, да? По 65 все было. Уже по 50 есть. Я отношу прям удовольствие. Я тебе новое купила, да? Да, джинсы. Вы смотрите, боже мой, какая красота. Эти? Здесь же, да? Какие? У меня есть, ну, не лоска, да. Такой модел. Это я в Новом Несебре. Там маленький. Сколько лев? 70. А здесь 65 везде, 50 здесь 60. Уже. 60 уже, вот. Да, то, да. Что такое муревлено, блестяшки 60. Ну. Там дороги. Вот. Ну, там дороже, там, конечно, там. Эти продают 95, здесь 65. Она, женщина, купила и вернула на те. Она вернула туда. И пришла, туда. Меня покупала. Молодцы, ну вот прямо выбор там большой мало, такой. Большой выбор и дороги. Правда, почему вот он. Вон, видишь, смотри, мягкучие прямо, мягкучие. Из дырочкой. Из дырочкой. Ну вот я смотрю, уже цель написана, уже по 50 отдают. Сереж. Подожди меня немножко. Подожди, я посмотрю и пойдем. В общем, девочки, пошли. Затем, чем, что нам нужно было. А купили совсем не то. Ой, обуви столько. Особенно летние, это вообще. Я в Краснодаре, в Меге, там 2 недели, наверное, болталась по Меге. Прежде чем что-то купить, какие-то босоножки. С каких-то отделов мне там привозили. Так ничего не подобрала для ноги. А тут
такой выбор. Она наехала на бордюр, перевернулась, сумка упала, из сумки все повываливалось. Куда вот она едет? Переночевать в отеле 15 лет. Вот студии сдаются, апартаменты. 15-20 лет. Уже нет таких бешеных цен, которые были в июле. Все, в августе все начинает потихоньку замолкать. Ну-ка за ценника. Открой, это что душновато. Там курица. Ну че, девчули? Здорово, новый образ! Возвращаюсь на Олимп! Ну че? Готово, Юма! Район мой! Пятки поднял, район потерял! Смертухи любому! На! Смотри, как хорошо! Боксируем же, ребят! Ну, ой, часы слетело у тебя, да? Ой, часы слетели, девка слетела! Ценник в разные стороны! Район! Девчули, пишите мне в директ, как выгляжу! Мне кажется, классно! Вполне себе! Натурально, натурел. Часы золотые. Боксируй же. Вот, район. В школу будешь так ходить. Опять слетели, ют. Ну давай застегну. Ты же... Ну вот так. А чё они бремчат, как колокольчик? Девчуля. Я тебе вас поцелую. Маму поцелуй. Это танец для вас. Ночи холодные. А, утро. Девочки, хорошо. Теплое. Ты слова сначала придумай. Я помню все эти моменты, как танцевали мы с вами вмиг. И эти белые, белые розы. Да-да-да, мы танцевали на морозе. Мы танцевали на морозе. Белые, белые, белые розы! Хватит орать, а! Мы уже решили, Лёве, это Лёве куртка. А Михалычу, наверное, я завтра пойду куплю тоже. Дубленка. Тоже. Какая тебе дубленка? Что ты, на Урале, что ли? Нет, мне на Урале надо ехать, чтобы хорошо выглядел. Фирму посмотрел. Ну, очень что, хорошая кожа, все рассмотрел. Нравится Левочке.